У вас много огня в организме. Вам надо, во-первых, вам надо двигаться, движение нужно, потому что есть у всех женщин застой в органах малого таза, которые не могут зачать. Это у всех одинаково. Мы недостаточно двигаемся, нужен длительный бег или ходьба. Не, нагрузка, я не говорю о нагрузке. Вот смотрите, допустим, вы работаете где-то физически, это не то. Нужен длительный бег или ходьба. Это называется очищение организма. Когда длительно человек что-то делает, идет очищение каналов психических. А если он делает короткими промежутками, тогда этого не происходит. Ну хорошо, нормально. Вот смотрите, следующее, если вы это делаете, следующее, что нужно сделать, нужно лежать в ванне раза два в неделю в теплой, по полчаса вечером. У вас перегревается тело. Нужно перестать есть жареное, больше есть молочного. Перестать есть острые специи, такие как красный перец, помидоры, уменьшить количество. Больше есть сырых овощей, которые растут над землей. Вот. Можно записаться к нам на лечение. Мы поставим камни, которые будут увеличивать женскую энергию в организм. Такие простые советы. Они очень сильно поменяют энергетику в организме. И надо еще вашего мужа увидеть. Потому что, может, у него тоже есть проблемы, я не знаю. То есть это, понимаете, большинство проблем с бесплодием — это проблем энергии. Это не проблем, некоторые думают, вот надо гормоны повышать там и все прочее. Гормоны сами повысятся, это не проблема. У нас в организме, организм знает, что повышать, что нет. Но если энергия неправильно работает, то тогда ничего не повышается. Женщине не хватает энергии земли и энергии воды. Энергии земли у вас хватает, энергии воды очень не хватает. Статические упражнения, когда человек неподвижные упражнения делает, стоит неподвижно или йогу делает неподвижно, долго неподвижно, то огонь в теле уменьшается. Пост на воде уменьшает огонь в организме. По холодным дням, понедельник, среда, пятница, уменьшает огонь в теле. Увеличение сырых продуктов, таких как сырые овощи, которые над землей растут. Не корнеплоды, а наоборот, сверху которые. Они увеличивают воду в организме, энергию воды в организме. Молочные продукты увеличивают энергию воды в организме. Суета уменьшает, спокойствие увеличивает. Нужно вместо фитнеса просто бегать на природе. Потому что когда человек по земле бегает, у него увеличивается энергия земли. А если в спортзале, тогда не увеличивается. Просто расходуются калории. Лучше бег. Бег, да. Спокойный, медленный бег. Долгий. Километров 5 раз в неделю достаточно. Утром. Нужно наполняться энергией природы человеку. Мы дети природы. У вас не хватает энергии воды. Можно в бассейне плавать вместо бега, еще лучше будет.